Уважаемые участники соревнований, уважаемые организаторы, гости, Ассамблеи народов Евразии от всей души приветствует проводимый вами форум и от всей души желает вам успеха. То, что сейчас происходит, происходит уже с 1918 года, у многих, вероятно, вначале вызывало недоумение, как можно совместить ресторан, гастрономию, спорт, культуру и сделать все это прекрасным зрелищем. Тем не менее, это удается уже не первый год, сейчас уже 2022 год. Я уверен, что этот праздник, это спортивное шоу, это феерия кулинарии будет очень удачной. И мне кажется, что доставит много радости не только зрителям, но и самим участникам. От всей души желаю всем успеха, желаю мира, дружбы, мирного неба над головой. И, конечно, пусть победит сильнейший. Спасибо вам большое за внимание.